Теперь вы это знаете. Вопрос. Сколько стоит Камчатка в серебре? Ответ. В 2008 году Банк России выпустил памятные монеты, посвященные вулканам Камчатки. Монета номиналом 100 рублей, весит 1 килограмм и сделана из серебра 925-й пробы. На реверсе монеты в центре размещено изображение действующего вулкана. На переднем плане пара бурых медведей, занятых ловлей рыбы. Слева и справа деревья. На фоне вулкана летящие птицы. Вверху по окружности надпись «Вулканы Камчатки». Тираж монеты небольшой, всего 500 штук. В интернете просят за нее больше 55 тысяч рублей. Теперь вы это знаете.